Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта, как сердце стучат, и нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, 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 погоня горячей крови. У них такие дружеские отношения. Давай мы тоже поженимся. Ну ладно. Так, сейчас мы пойдем в церковь. А где она, ты знаешь? Я никогда не знала. Ну, заодно узнаем. А кто знает? Кто-нибудь да и знает. Подожди. Ладно, пошли. Пошли. Волк, пойдешь с нами? Да. А где священник? Вот он я. Вы пришли пожениться, так я понимаю? Да. Так, пойдемте. Куда нам поцелуй? Сначала поцелуйтесь. Да. Так, молодцы. Теперь пойдемте, куда вы пойдете? Звонить с волком. Идите. Волк у нас знаменитый звонарь. Давайте. Все, молодцы, вещание кончено. Теперь вы муж и жена, можете еще раз поцеловаться. Теперь идите пировать. Я ушел, до свидания. Так, женщины, где вы? Вы где? Ладно, пока без них поедем. Эй, мы тут. Давайте, едите фрукты, а мы поедим мясо. Праздник окончен. Нет, теперь пойдемте. Теперь идите беременеть. Давай, иди беременеть. А кто так висит? Я пошла в эту беременеть. Давай, иди. Так, я тут народный священник. Самое главное, это поцеловаться. Давайте, целуйтесь. Ну, давай, целуем. Теперь идите сводить. Со мной вместе. Так, пока волка не было, он заболел. Ну, может, скоро выздоровеет. Ладно, я пошла.